Fasti Group – международная сервисная компания, принадлежащая правительству Финляндии и оказывающая услуги в сфере информационных технологий, логистики и почтовой связи. С января 2015 года запланировано возвращение единого бренда компании Fasti. Описание. Деятельность компании включает в себя три бизнес-направления, которым соответствуют три бизнес-группы. ITIL Information – обработка, управление и распределение информационных потоков для организаций. Услуги, предоставляемые этим направлением, включают обработку счетов, управление логистическими цепочками и документооборотом. С 1 ноября 2013 года данная бизнес-группа поменяла свое название на Паскапита. ITIL Logistics – перевозки грузов наземным, морским и воздушным транспортом, транспортные, экспедиционные и складские услуги. ITIL Mail Communications – доставка корреспонденции, материалов прямого маркетинга, посылок, а также газет и журналов в Финляндии. Данная бизнес-группа обслуживает клиентов под брендом Finland Post или Posti. Она предоставляет услуги по доставке корреспонденции и печатных материалов в Финляндии и отвечает за выпуск всех финских почтовых марок. Головной офис компании ITIL расположен в Хельсинки. По состоянию на 2011 год президентом и генеральным директором компании является Хейки Малинин, председателем совета директоров Арто Хилтунин. В 2013 году в ITIL Corporation насчитывалось 27 669 сотрудников. ITIL Logistics – логистическое подразделение группы представлено в 8 европейских странах: Финляндия, Россия, Швеция, Норвегия, Дания, Литва, Латвия, Эстония. Оборот компании в 2011 году составил 732 миллиона евро. Площадь складов класса А – 1 миллион квадратных метров. Лидирующие позиции на российском рынке ITIL Logistics заняла после приобретения национальной логистической компании в 2008 году. Персонал ITIL Logistics в России насчитывает 3200 человек, общая площадь складов 510 тысяч м в квадрате. Дочерние компании ITIL ведет деятельность в 11 странах через свои дочерние компании: Венгрия ITIL Information Kft, Германия ITIL Information Gmp Newsurs Gmp, Дания ITIL Information AS ITIL Logistics AS, Латвия AS ITIL Information ITIL Logistics XSIA, Литва UAB ITIL Information UAB ITIL Logistics, Норвегия ITIL Information ES ITIL Logistics ES, Польша ITIL Information SPZOO, Россия ООО ITIL Logistics ООО ITIL Connections, Финляндия ITIL Information OY, APAS Capita Group OY, ITIL Logistics OY, Logia Software OY, ITIL Posti OY, ITIL Customer Relationship Marketing A, Швеция ITIL Information AB ITIL Logistics AB, Эстония ITIL Information ES ITIL Logistics OU ITIL Smart Post OU бренды. Частным клиентам в Финляндии ITIL предоставляет услуги под брендом Posti, а корпоративным клиентам по всему миру под брендом ITIL. История. В истории почты Финляндии, предшествовавшей появлению компании ITIL, был ряд ключевых событий и дат. Так, первоначально почтовая служба на территории Финляндии была создана в 1638 году, когда финские земли были частью Швеции. В 1856 году были введены в обращение первые почтовые марки Финляндии. В 1994 году возникла группа компаний в области почты и телекоммуникаций, получившая название Suomen PT Group, которая в 1998-1999 годах была разделена на две государственные компании Finland Post и Sonera Oy. Современность. На современном этапе основными моментами развития компании ITIL являются следующие. 2001. Finland Post Corporation становится публичной компанией. 2002. Бизнес-направление информационной логистики выходит на рынок Германии, а бизнес-направление логистики – на рынок Эстонии. 2004. Бизнес-направление информационной логистики выходит на рынок Эстонии, Латвии и Литвы. 2005. Бизнес-направление логистики выходит на рынок Дании, Латвии и Литвы. 2006. Бизнес-направление логистики выходит на рынок Швеции и Норвегии. 1 июня 2007 года название корпорации изменяется на ITIL Corporation. Это изменение обусловлено все возрастающей диверсификацией деятельности и увеличением доли международных операций. 2008. С покупкой логистической группы НЛК маркетингового агентства Connections, занимающегося персональными маркетинговыми коммуникациями, ITIL выходит на рынок России, ITIL выходит на рынок Польши посредством приобретения
приобретения компании BusinessPoint S.A., занимающейся информационной логистикой. 2009 информационное направление выходит на рынок России, других стран Центральной и Восточной Европы. Новая дочерняя компания ITILA IPSO получает лицензию на организацию платежной системы. Банк ITILA Bank начал работать в начале 2012 года. В апреле 2013 корпорация ITILA продала все акции фирмы сберегательным банкам. Новое название банка – Банк сберегательных банков. В феврале 2011 года Финляндия стала первой страной в мире, в которой все письма, печатные издания, посылки и рекламные объявления высылаются почтой с доставкой с нейтральным уровнем эмиссии углерода. За эту услугу дополнительная плата с клиентов не взимается.